Всем привет! Привет, 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 привет. Хай. Привет. Как ваши дела? Привет, привет. Блин, как бы мне телефон поставить поудобнее, чтобы... Меня нормально слышно или нет? Привет. Черный список тебе только показать могу. Что за кул? Дела супер. Я в лагере. Привет. На шее кулон, сердечко. Что в лагере? Ну, я сейчас в лагере. Мне 18 лет. Нет, в кино мы не идем. Это не пижамка. Привет, спасибо. Какой лагерь 18 лет? Ну такой вот. Я просто в лагере английско-теннисном. Мне 18 лет. Да, задаю вопрос. Ну, если адекватный вопрос. Если вопрос неадекватный, ты полетишь в черный список, я тебя предупредила. Учусь в университете. Привет. Точно, ты же в теннис играешь. Ты в город выходишь? Какой город? Она с парнем живет, как думаешь? А что там было? О чем он думает? Слушайте, народ, я хотела спросить, если я сейчас, нажму на кнопку выхода, ну, типа, home кнопка в айфоне, нажму, короче, чтобы там зайти быстро в одну программу, у меня эфир выбит полностью или нет? Давай нахуй иди отсюда. Блять, так нет или да? Вы можете мне адекватно ответить? Нет, да. А что тут так много народу? Потому что тут я. Вот и все, как бы все просто. Привет. Она типа приостановится, а потом я зайду, она снова пойдет.
Смотря для каких намерений он хочет со мной познакомиться. Я себя вроде и показываю. Мне 18 лет. Титьками, наверное, светишь. Нахуй я отсюда. Твоя парень кайфует. Спасибо большое. Так вот, я в лагере, короче, типа, ну, теннис на английском. Милованов. Ура. Все, уже сворачивать не надо. Я уже зашел человек, для которого я хотела свернуть трансляцию. Алло, ты давно тут? Я давно тут, народ? Сколько я тут уже? Минут 6. Че не сказала-то, блядь? Так я ж хотела сюрприз, наоборот. Чтоб ты такой, опа, типа. И все. У меня просто... Смотрите, как тут потолок, короче. Все, вот это потолок. Это то, что ты говорил, что я могу, короче, под... Милована. Заебись сюрприз. Что за сарказмы, блядь, вообще? Я не понимаю. Это не платьечко. Ну, пропустил бы, ничего бы с тобой не случилось, как бы. У тебя есть парень? Да, у меня есть парень. Привет. Приоткрой. Приохуел. Сарафан, да, это типа шортик, ну, типа комбез. А что бы со мной случилось? Что за общага? Это не общага, это лагерь, я в лагере. Вот как бы я в лагере. Перископе банят за порнуху? Не знаю. Я не снимала порнуху. Я не знаю. Место у нас в смысле отдаленное. Парень есть или другого транса сдает капец. Вот, блядь, пиздец, мой парень знает Милованова тупо. Все, короче, отъебитесь от меня. Такие люди иностранные бывают. Ты сиповка? Это кто? Кто это такая? Я просто как бы не знаю такого слова. Хватит палец нюхать. А я не нюхаю палец. Да, как бы парень парню. Наклонись пониже. Иди нахуй побыстрее. Привет, красавица. Как жизнь? Жизнь вообще супер. Я просто как бы тут поняла, что у меня есть время, да, Милованов? И решила по бырику так. Ай, но у меня времени немного. У меня еще минут 20. Конечно, слабо. Ты шо, блин, тут вон у меня уже этот. У меня тут уже, видишь, потолок, короче. Как бы все. Нет, я не курю. В исправительном лагере, ага. Где работаешь? Нигде. Какая общая длина твоих ножек в сумме? Самый ебанутый вопрос, который мне задавали. Не нагибайся так, я разберусь.